Здравствуйте, друзья. Я хочу сказать, что мысль крутилась, вертелась. Часто спрашивали ребята, как будем отмечать, значит, 100-тысячного подписчика. А дело к тому идет, в общем-то, у нас уже там почти 97, и где-то там не 2000, но близко к тому в месяц примерно, значит, там прирастает. Поэтому где-то месяца через полтора уже будет 100 тысяч. Я подумал, надо как-то отметить. И в одной из трансляций прямых у нас там кто-то сказал, а вот давайте сделаем там курс какой-нибудь там бесплатный, там, не знаю, по тестированию. Ну, вроде у нас есть курс по тестированию. А тут у меня, знаете, мысли эти сошлись вместе в таком ключе, что я думаю о том, что надо бы книжечку написать, три, я себе наметил три, по поиску работы, разные аспекты. Я подумал, а что нам действительно не сделать такой курс, изощреннейший видеокурс, изощреннейший, по поиску работы в США. И не то, чтобы мы раньше не делали, но мы делали там как-то. Вот. А здесь мы сделаем гораздо более развернуто. И я не ограничиваю нас какими-то рамками временными. То, что мы написали несколько лет назад, когда говорили о поиске работы в США, там по H1B, у нас там 4 часа было, 2 раза по 2 часа, и мы в основном крутились вокруг, значит, резюме, мы крутились вокруг там, значит, как там его повесить, буллеты, какими, как описывать там, значит, вот эти буллеты, наиболее употребительные глаголы там для этого дела. Точнее, у нас там даже было так, 2 часа мы говорили про именно резюме, так, поиск работы, а другие 2 часа у нас были посвящены сопроводительному письму, cover letter, вот так было. Поэтому мы сейчас не ограничиваем себя абсолютно ничем таким, ни по времени, ни по тематике, но тематика широкая, да, то есть мы говорим то, что относится к поиску работы. И я, безусловно, имею какое-то количество хохмочек там в голове, что вам рассказать, но с другой стороны, вы приглашаетесь, как бы все, кто хочет поучаствовать, вы приглашаетесь к тому, чтобы своими вопросами поучаствовать в создании этого курса. Я с удовольствием буду рассказывать. И я бы не хотел, чтобы это был такой формальный курс, знаете, вот как там такие книжки пишут, методические рекомендации. Я бы хотел, чтобы это было больше таким живеньким, с опорой на много разных житейских ситуаций. Поэтому давайте ваши ситуации, давайте ваши вопросы. Мы даже какой-нибудь такой приз, наверное, учредим. Не знаю, какой приз. Ну так, оценим его там, $100, например, да? Учредим приз в $100. Либо деньгами, либо чем-то еще там, что человек хочет на $100. И вот тому, кто задаст там какие-нибудь крутые вопросы, приз не обязательно будет один. То есть, если там таких крутых вопросозадавателей наберется несколько, то я не думаю, что есть проблема с несколькими призами. Вот, так что для мотивации. Вот мы таким образом отметим 100-тысячного подписчика. Я думаю, это произойдет где-нибудь в августе. И мы примерно в это время, значит, начнем вот начитывать этот курс. А пока что собираем вопросы. Я, собственно, могу и заранее начать. Так, не обязательно, чтобы там все это было подряд, там, за 2 дня или за 3 дня. Совершенно не обязательно. Вот. Такая мысль, такое предложение и такое приглашение ко всем вам, кто хочет поучаствовать. Пишите прямо в комментариях здесь свои вопросы. Если что-то очень интимное, конечно, вы можете в личку написать, чтобы другие не могли прочесть. Но мне гораздо удобнее, когда все в одном месте. Потому что стаскивать потом очень сложно из разных мест в одно. Так что, если есть, пишите здесь. Счастливо!